пустом землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пустом землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветая яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. В обратную сторону, да, вы знаете, что «Катюша» — это песня, которая была посвящена вот тому же событию, которому посвящена песня «Три танкиста». Это пограничный конфликт на Дальнем Востоке, это было еще до войны. И сейчас мы с вами еще дальше двигаемся. Мы сейчас с вами попадаем в гражданскую войну. Эта эпоха вообще романтизирована в нашем сознании изрядно. Поэтому даже, может быть, мы не столько вспоминаем о событиях реальных, да, которые были в то тяжелое время, а о каком-то своем пионерском комсомольском детстве. И вот сейчас, символизировать наш пионерский лагерь. Детство, да. Наш лагерь будет пионерка Лидия Чебоксарова. Я была солисткой, естественно, всех хоров детских, во всех пионерских лагерях. Силу на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, оставались, покидали. Самый заслуженный строитель России Сергей Анатольевич Петровский. Значит, и он пришел наслаждаться жизнью, а тут выяснилось, что надо петь. Сережа, приготовься, мы сейчас бабахнем. Следующее произведение «Там вдали, за рекой». Слышу, многим нравится эта песня. Ее в текстах нет, но я надеюсь на вашу просто генетическую память. Сотни любви бойцов из
возле мог вороного коня и закрыл свои карие очи. Ты конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочий. Ты конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб. Событиях, а вообще о человечестве его и о человеке. А как помнится прежние веки,
вы были счастливы, снова встретимся в городском саду. Может, жребино выпадет счастливы, снова встретимся в городском саду. Но вот если до этого нам надо было подпевать хором, то сейчас надо еще изображать оркестр. Поскольку Исаак Шварц писал музыку для симфонического оркестра. Скрипки есть в зале? Скрипки, пожалуйста, присоединяйтесь. А теперь виолончели. Na 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 na
над шампанской рекой, и вдруг туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный и чугунный назначен на предыдущий век. Не обещайте двери юной, любви вечной на земле. Не обещайте двери юной, любви вечной на земле. Песенка о старом, усталом, больном короле, который отправился завоевывать чужую страну. И что из этого? Что случилось? В поход на чужую страну собирался король. Ему королева мешок сухарей насушила. И старую мантию так аккуратно зашила, дала ему пачку махорки и в тряпочке соль. И руки свои краю положила на грудь, сказала ему, обласкав его взором лучистым: «Получше в ней, а не то прослывешь пацифистом». И видит король, его войск стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат. И ефрейтор сказал им король: «Не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем и с победой придем, и ура!» Но вот отгремело прощальных речей торжество. Свою армию переначил. Веселых солдат интенданты не сразу назначил, а грустных оставил в солдатах, а нас ничего. Представьте себе, наступили победные дни, ведь грустных солдат не вернулись без сходки военной. Ефрейтор моральный нестойкий женился на пленной, но пряников целый мешок захватили они. Играйте, оркестр, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться, ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться. И пряников, кстати, всегда не хватает всех. И, пожалуй, самая знаменитая песня Булата Акуджавы. Он сам признавался неоднократно, что заработал больше всего денег как композитор, сочинивший именно эту мелодию. Потому что эта мелодия стала жить отдельно от песни и стала исполняться на всех парадах, как военный марш. Белорусский вокзал. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечо к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный,
с ума разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. И значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессильно. Сомнение прочь будет в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Отпускай орла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие враг дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Перерыв. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а во втором отделении вас ждет встреча мужчины, с Леонидом Сергеевым. Мужчины, хочется напомнить вам такую чудесную фразу в преддверии великого праздника Дня Российской Армии. Никогда наша Родина бывает не бывает так беззащитна, как 24 февраля. Помните об этом, берегите печень.